Уважаемые участники, всем добрый вечер. Я рад всех приветствовать. Меня зовут Эльдар Султанголов, команда InfoDVD. Мы сегодня начинаем бесплатный мастер-класс, который называется «Основы прибыльного инвестирования для занятых людей». Ну что ж, пока в чате поставьте плюсики, то есть как видео, как звук, но мы еще в дальнейшем проверим. И я сейчас передаю слово нашему сегодняшнему спикеру. Это профессиональный инвестор Сергей Бриз, но он о себе более подробно расскажет. Сергей, я вас приветствую, на вас переключаю камеру. И давайте начнем сегодняшнее занятие. Так, добрый вечер, друзья. Да, Сергей, мы начнем. Спасибо. У нас сегодня достаточно интересная тема, но прежде чем мы начнем, давайте протестируем звук. К тому же я еще включу презентацию, я ее подготовил специально для вас сегодня. Так, одну минуту. С этим иногда бывают проблемы, но я надеюсь, что мы их решим. Так, если видно презентацию, поставьте десятки в чате. Так, я вижу, видно только маленький кусочек. Давайте попробуем сделать на весь экран. Так, сейчас у нас есть небольшая задержка. С того момента, как я меняю слайды, до того момента, как они появляются перед вами, проходит где-то секунд 20. Поэтому немножко терпения. Сейчас все должно заработать. Кстати, если у вас видео плохого качества, то вы можете вот там, где у вас видео, в правом нижнем углу есть шестереночка, и нажмите «Настройки качества», и можно выбрать вплоть до HD, качество HD, для того, чтобы слайды хорошо отражались. Так, пока не вижу, чтобы презентация работала корректно. Так, минуту, сейчас сделаем еще одну попытку. Так. Давайте попробуем еще раз. Сейчас должно быть гораздо лучше, на мой взгляд. Немножечко потерпите. Вот. Так, у кого хорошо видно презентацию, поставьте десятки в чате. У кого звук, видео, все в порядке, напишите об этом. Так, пошли десятки. Наша служба поддержки тоже пишет, что сейчас все хорошо. Замечательно. Тогда мы, как занятые люди, будем экономить время и пойдем. Пойдем изучать материал, но прежде, естественно, представлюсь. Уверен, что многие из вас видят меня первый раз, слышат меня первый раз. К слову сказать, здесь на фотографии, там, где вот так, у меня такое довольное лицо, мне там 86 килограмм, у меня веса. Сейчас это 74,5. Сейчас лицо менее круглое, но не менее довольное. Так вот, как сказал Эльдар, я более 12 лет инвестирую и торгую на бирже США. Так сложилось, что я сразу попал на американский рынок.
когда я решил инвестировать, для меня, собственно, вопрос не стоял, потому что в той стране, в которой я жил, мне было нельзя инвестировать в силу того, что я занимался как раз-таки, работал на бирже, а сотрудникам биржи нельзя инвестировать на бирже. Но, тем не менее, как бы после такого серьезного разговора мне разрешили инвестировать в Америке. И, собственно, это то, чем я занимался. Также в сети я известен как создатель системы каскадного инвестирования. Это система такого достаточно активного инвестирования с использованием фондовых индексов. Фондовых индексов и инструментов, связанных с ним. Также я известен в сети как автор теории универсального инвестирования. Уверен, что вы практически ничего не слышали об этом. И так вот буквально в трех предложениях расскажу, что это такое. То есть теория звучит следующим образом, что у человека огромное количество различных ресурсов. И когда мы начинаем думать о ресурсах, первое, что приходит в голову, там, допустим, время, деньги, ну, там, здоровье тоже ресурс, да, и там 3, 4, 5, и на этом, собственно, вот в первом представлении количество ресурсов заканчивается. На самом деле их огромное количество, здесь могут быть всевозможные вещи, вплоть до того, что там ваши связи, ваша популярность, ваше окружение, ваши друзья и так далее и тому подобное. Все это ваши ресурсы. И вот у меня есть достаточно стройная теория, как можно, вкладывая один ресурс, прокачивать сразу несколько, либо наоборот, вкладывая несколько ресурсов, прокачивать один, но очень сильно. То есть, у меня как бы будет еще вебинарная тема, но это больше как бы тему личностного роста. Мы же сегодня с вами будем говорить о деньгах, и о деньгах будем говорить именно для тех, у кого их не так много и у кого нет времени. Это вот важный момент. Что хочу сказать, что в конце вебинара мы проведем конкурс на лучший вопрос. Что это значит? Это значит, что не нужно сыпать меня вопросами в надежде выиграть в течение вебинара, лучше задать в конце. Почему именно так? Потому что я уверен, что на 90% вопросов я отвечу вот в том материале, который буду выдавать. И лишний вопрос, не лишний, а, скажем, преждевременные, назовем их так, они будут только сбивать с мысли, только мешать, как бы, и мы потратим лишнее время. Поэтому, если вы чувствуете, что вы что-то не услышали, а вам что-то интересно, либо какой-то вопрос вас сверлит изнутри, то задаем их в конце. А пока вопросы задавать буду я. И если можно, в чате напишите, какая ваша основная финансовая проблема, что не так с вашими финансами. Давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. То есть, какого рода публика собралась и что не на месте, что не так. Давайте посмотрим. Не стесняйтесь, пишите в чате, чем вы будете более откровенны, тем мне проще будет вам помочь. Так, долги, отлично. У кого еще? Или долги только у одного Дмитрия? И это единственная проблема из... У нас здесь вон 141 человек, финансовая проблема есть только у одного. Маленькая пенсия, окей. Кредиты, долги, кредиты, ну, почти синонимы. Так, не хватает средств на помощь детям и внукам, последним на серьезное обучение за рубежом. Окей, я, честно говоря, не очень уверен, что это именно ваша проблема, обучать внуков за рубежом, но то есть, что вы должны ее решать, эту проблему. Маленький процент прибыли, поиск наиболее выгодных методов инвестирования. Нужно создавать капитал. Ольга, вы пришли по адресу. Полное отсутствие подушки безопасности. Вот Анна пишет, у всех такие же. Пенсия.
Пенсия – это одна огромная проблема. Вот, кстати, те, кому до пенсии еще там 5, 7, 10, 15, 20 лет, посмотрите вот на пенсионеров сейчас. То же самое будет и с вами, может быть, даже хуже, если вы не предпримете меры прямо сейчас. Маленькая зарплата, не умею откладывать. Лилия, вы пришли по адресу. Есть все долги. Надежный инструмент для инвестирования. Это тоже сюда. Отлично. Смотрите, мы как бы проводили опрос, и основные проблемы почти всех тех, кто живет на постсоветском пространстве, неважно, это Россия, Украина, Казахстан, все что угодно. Кстати, на самом деле Европа и Штаты, у них там тоже, но немножко в других масштабах. Так вот, и первая проблема – это нет денег. Трачу больше, чем зарабатываю. У кого такая ситуация, поставьте единицы в чате. Вот здесь пишут, пенсия 8600. То есть, грубо говоря, поход в магазин сегодня. В магазин пойти, там, накупить продуктов на неделю, вот и вся пенсия. Итак, если у кого-то ситуация номер один, ставьте единицу в чате. Вторая ситуация, нет времени. Работа и хлопоты занимают всю жизнь. То есть все, что вы делаете, вы просто как бы работаете и решаете проблемы. И у вас как бы нет времени зарабатывать деньги, у вас нет времени на жизнь. У кого-то такая ситуация, ставьте двойки. Третье – это те, кто, у кого нет навыка приумножать деньги. То есть вроде как есть время, есть желание, но как это делается, на самом деле, действительно, для большинства это темный лес. Четверки ставьте те, у кого нет возможности увеличить доход. То есть вы уперлись в потолок, у вас вот есть зарплата, какой-то оклад, может быть, какая-то премия, и то не всегда. И на этом все. Как бы. Следующего просто выхода нет. Вот здесь пишут, 1, 3, 4. Да, можете ставить сразу несколько. Есть кто-то, кто предельно занят и нету времени на учебу. Естественно, чтобы приумножать капитал, нужно учиться. И это факт. И шестое, это, наверное, самый распространенный вот, в данный момент, когда нет силы и энергии. Люди просто выжаты, как лимон, всеми вышеперечисленными проблемами, еще теми, которые сюда не вошли, что люди приходят домой, там, перекусил, смотрел телевизор 20 минут, упал и утром зазвенел будильник. Я вижу, судя по чату, как бы наш опрос, он действительно как бы, имеет место быть. Окей. В то же время, вы можете решить все эти проблемы практически за один раз. Эти проблемы можно решить за срок меньше месяца, по крайней мере, начать их решать, начать с самых сложных и потихонечку вытаскивать себя, как барон Мюнхгаузен себя вытаскивал из болота, вот так вот за волосы, схватить себя. Вот здесь Владимир пишет, шестерка просто в точку. Да, это на самом деле у большинства люди настолько выжженные и морально, и физически уставшие, что приходят домой, падают, уже ни на что не способны. Мало того, по статистике 70% семейных скандалов происходит именно из-за денег. И среди этих 70% 90% из-за их нехватки. У кого в семье так или иначе происходят ссоры, скандалы из-за денег, какие-то трения, напряженность, поставьте восьмерки в чате. У кого из-за этого в семье непорядок? То есть постоянно какие-то терки, постоянно какой-то напряг там и так далее. Я знаю, что такие вещи, они очень-очень-очень популярны. Так, вот Марат. Сейчас и другие подтянутся. Просто проанализируйте последние ссоры. Вот тут, Андрей, я понял, да. Тут столько восьмерок. Кто-то вообще сидит 2 года на шее жены. Ну, может, только позавидовать. Крепкая шея. Хорошо. Есть такая тема. Да, на самом деле, иногда даже, как это сказать, э,
эта проблема, как бы, она корневая, то есть ссора происходит из-за чего-то другого, но в основе все равно лежат деньги, а вернее их отсутствие. И сегодня на вебинаре я вам расскажу, как эти проблемы можно решить. Естественно, нужно понимать, что за те полтора часа, которые нам отведены, я могу вам показать только общие, только основы. И вебинар не зря называется, что это основа инвестирования для занятых людей. То есть основы расскажу для тех, кто захочет продолжать дальше, расскажу, что делать в самом конце. Итак, кто-то может сейчас смотреть на этот слайд и не верить, сказать, ну да, конечно, он богатенький, ему просто говорить. Хотя на самом деле я родился в достаточно бедной семье. Мама моя была инженером, правда, высококачественным, высококлассным, высококачественным, не совсем правильно, высококлассным инженером, но зарабатывал 120 рублей и тащила нас двоих с братом, мы как бы, у нас разница в 3 года, то есть это была достаточно тяжелая ноша. Отец мой растворился, как бы, я видел там 3-4 раза в жизни, не больше. Вот, то есть на самом деле даже в такой очень непростой ситуации, в конечном счете из нее можно выйти победителем и создать действительно серьезный капитал. И первое, на чем вы должны сосредоточиться, это, естественно, создание положительного финансового потока. Что это значит? Это значит, что после того, как вы из вашего дохода вычли все расходы, у вас остаются деньги. Не долги, а деньги. И это гораздо проще, чем кажется. То есть многие сводят концы с концами, занимают до получки там, на мгновенных кредитах. Там, вот, есть такие микрокредитные организации, там как-то перекручиваются. Тем не менее, если привести свои финансы, а чтобы привести финансы, надо сначала привести голову в порядок, то абсолютно неважно, какая у вас зарплата, кое-что начнет откладываться. И метод, о котором мы сегодня поговорим, достаточно откладывать 100 рублей в день для того, чтобы начать. То есть, естественно, со 100 рублей не будет там мега результатов. Я не буду вам обещать, что вот откладывайте по 100 рублей в день, и через 3 дня у вас будет 3 миллиона долларов. То есть это было бы смешно. Тем не менее, система, вот здесь спрашивали, с какой суммы можно начать. Можно начать со 100 рублей в день. И прекрасно понятно, что 100 рублей в день – это там даже не чашка кофе, 100 рублей – это, я не знаю, сколько сигареты стоит, ну, предполагаю, что в районе 100 рублей, может дешевле, может дороже, наверное, зависит от сигарет. И поставьте вот плюсы, кто курит. Поставьте плюсы, кто курит, либо кто в обед идет пить кофе, там платит 150, 200 там, и более рублей практически каждый день выходит, там, чтобы попить кофе, а если там еще к нему какая-то булочка, то и того больше. Ставьте плюсы, не стесняйтесь. Если вы покупаете сигареты, я на самом деле в шоке от того, сколько вообще людей курит в России. Просто диву даешься, насколько. Я в России живу 3 года, вот скоро пойдет 4-й в декабре. До сих пор, то есть вокруг курят все. Это какой-то кошмар на самом деле, нечем дышать. Вот здесь пишут, так и стоит. Так вот, это вот пример из универсального инвестирования. Если вы, допустим, перестаете курить, начинаете экономить 100 рублей в день, начинаете их инвестировать, включается сложный процент и так далее и тому подобное. Но это то, что лежит на поверхности. Посмотрите с другой стороны. Человек, который выкуривает пачку сигарет в день. Он здесь пишет, многие бросили курить после того, как сигареты стали стоить 100 рублей. Вы знаете, я как бы, ну, не вижу, я вижу огромное количество курильщиков. Не знаю, даже необъяснимо огромное. Так вот, смотрите, очень многие люди выкуривают по пачке в день. 20 сигарет. Представьте, перекур, допустим, 5 минут. Да, в общей сложности получается 100 минут времени.
Если вы эти 100 минут направляете на изучение английского языка, допустим, либо еще какого-то там, на изучение инвестирования, на изучение чего угодно, в день, 100 минут в день учебы, вы можете себе представить, вы можете там через несколько лет стать профессором на самом деле. То есть это вот как бы то, что на поверхности не лежит. То есть все сначала думают, о здоровье вообще никто не говорит, вообще не ресурс. Но, тем не менее, деньги и время можно как бы очень просто получить из этой ситуации. Вот здесь пишут, да, это ужас с курящими, действительно, как кошмар. Так вот, на самом деле создать положительный поток очень просто, чуть-чуть поменяв свои привычки. Смотрите, здесь еще какая ситуация, что вся наша жизнь состоит из постоянных решений. Мы каждый раз принимаем решение. Мы принимаем решение, какую одежду одеть. Мы принимаем решение, брать с собой зонт или нет. Мы принимаем решение, в какое кафе зайти. Мы принимаем решение постоянно, какие продукты покупать. И в результате из этих решений получается, как бы, мы создаем свое будущее. То есть, естественно, эти же решения касаются и денег в том числе. То есть купить подороже или подешевле, покачественнее или похуже, пойти в магазин, где есть скидки, либо сюда поближе, где дороже, но зато 5 минут. То есть я сейчас не говорю, что правильно, а что неправильно. Если вам дороже время, то можно пожертвовать деньгами, и это без проблем. Это обычное явление. Тем не менее, вся наша жизнь состоит из решений, которые вот укладываются в наши привычки в том числе. Если мы начинаем вот эти решения сначала заставлять себя принимать по-другому, потом это будет уже практически на автомате, будет меняться наша жизнь, в том числе и наше финансовое состояние. И в результате можно сделать 4 вещи. То есть, во-первых, остановить лишние траты. Я уверен, у многих из вас, если вот так вот сейчас, если вы находитесь дома и посмотрите по сторонам, есть огромное количество ненужных вещей, которым вы не пользовались год и больше. То есть это деньги, на которые вы потратили свою жизнь. Кстати, очень советую посмотреть фильм, называется «Время». Просто шикарный фильм, где наглядно показывается, что любая вещь, которую мы приобретаем, она как бы, она стоит нам часть нашего времени, то есть мы тратим время для того, чтобы ее заработать. Там это немножко более красиво, более показано, чем это в обычной жизни, тем не менее. Обязательно посмотрите, вот когда мы закончим, запишите себе там, либо в пятницу, посадите домашних, возьмите там супругу, мужа, посмотрите, то есть красивая история и любовь, и в то же время, насколько, вот каламбур получился, насколько время беспощадно. Так вот, что можно и нужно сделать? Первое – это остановить траты. Второе – это увеличить зарплату. Многие сейчас скажут, да вы что, у нас такой кризис жесткий, у нас тут увольняют каждого второго, либо собираются там, никаких премий, ничего, все обрезали, сократили часы. Как можно увеличить зарплату? Я вам утверждаю, что можно. У меня есть технология, вот у меня есть тренинг «Личная финансовая революция», он трехнедельный. Третья неделя там посвящена убойной методике вообще, как можно повысить зарплату, причем абсолютно практической. То есть там нет такого сидеть и в куклу босса втыкать иголки там и так далее. То есть нет ничего подобного. Есть реальная работающая технология по повышению зарплаты. Мне постоянно пишут люди: Сергей, огромное вам спасибо. Как бы третья неделя тренинга была просто, увеличил зарплату в 2 раза. Вот совсем недавно в мастер-клубе девушка написала, говорит: Сергей, мне подняли зарплату на 100% в результате вашей методики. Кстати, кто не знает, что такое мастер-клуб, так буквально в 2 минутах расскажу. Мастер-клуб – это место, вебинарная комната, в которой мы встречаемся. Как бы все мои клиенты имеют туда доступ. Причем абсолютно бесплатный, и причем, не хочется говорить пожизненный, но как бессрочный, назовем это так. Где мы встречаемся каждый понедельник в 7 вечера, и люди там задают вопросы, я даю свой обзор рынка, свое видение рынка, и даю также много различных советов. Ну, будем двигаться дальше. Следующая вещь, которую нужно сделать, это создать дополнительный доход. То есть это может быть
какой-то микробизнес, это может быть что-то дополнительное, это может быть куча различных вещей. Сейчас вот с эпохой интернета место для подработки просто колоссальное. Причем для абсолютно честно, не связываясь с какими-то там различными пирамидами, там, финансовыми схемами какими-нибудь серыми и так далее. И потом, когда вот у вас образуются вот эти излишки, их нужно инвестировать для того, чтобы создавать доход, который не зависит от вас. То есть неважно, вкалываете ли вы на работе, либо валяетесь где-то на пляже, есть деньги, которые работают на вас. Это вот примерно такая схема, которая как бы те этапы, через которые вам нужно пройти. Кто со мной согласен, поставьте семерки в чате, что вот это действительно тот путь, который может привести вас к достаточно серьезным вещам, к улучшению финансовой ситуации, к тому, что вы будете меньше работать на работе и меньше бояться, что вас уволят. То есть, когда у вас за плечами такая серьезная подушка безопасности, вы на босса на своего смотрите совсем по-другому. Думаю, что это вот реально понятно. Кто со мной согласен, ставьте семерки, не стесняйтесь. Так, вот семерки пошли, вижу. Отлично. Хочу также развеять следующий такую догму. Многие учителя и многие гуру там и так далее утверждают, что инвестирование – это непростая наука, что этому нужно много и долго учиться, и это отчасти на самом деле так. В то же время я как бы встаю и заявляю, что прибыльно инвестировать гораздо проще, чем кажется. И сегодня я вам покажу основные принципы инвестирования, вот как инвестируют занятые люди, которые не хотят становиться профессиональными инвесторами, либо хотят, но сейчас не могут, у них другие задачи, у них работа, семья и так далее. Но, тем не менее, хотят, чтобы часть их денег, которые вот образовались из положительного потока, либо которые лежат там, не дай бог, на депозите в каком-нибудь банке, там, что абсолютно мега невыгодно, то есть даже не соответствует инфляции. То есть, когда ваши деньги лежат на депозите, это значит, что вы теряете деньги, вы дарите их банку. То есть банк умеет ваши деньги проворачивать гораздо быстрее, получать прибыль с них гораздо больше. Те там 5-7%, там 10 максимум, хотя я уже не знаю, где дают 10, годовых, это ничто по сравнению с той ползущей инфляцией, которая творится вот сейчас на постсоветском пространстве. То есть, на самом деле, открывая депозиты, особенно рублевые, вы однозначно остаетесь в убытке. По долларовым депозитам сейчас платят порядка 0,2% в год. То есть, если вы положили 1000 долларов, вам за это дадут 2 доллара. Скажут, будьте довольны. Можно найти где-то больше, но в общей сложности там $1000, ну, 5, ну, $10 это максимум. Так вот, каковы основы вообще инвестирования, какой вот залог растущих инвестиций? Во-первых, это твердая валюта, это, естественно, доллары. Во-вторых, у вас должна быть стратегия, вам нельзя метаться из угла в угол. Те, кто мечется, вот здесь пишут 2015 год, инфляция 12,9. Я думаю, что, Максим, если вы берете официальные данные, так вы посмотрите на реальную инфляцию, возьмите цены в магазинах, было и стало, и вы поймете, что там совсем не 13% в год. Ну, ладно, просто возьмите цены там на еду, на товары первой необходимости и посмотрите. Вот в чате напишите, насколько в среднем за 2015 год увеличились цены на товары первой необходимости.
Нет, конечно, можно не смотреть. В конечном счете, вы же как бы сыты не новостями, которые вас пичкает государство, а идете в магазин и покупаете еду, которая дорожает совсем не в ногу с официальной инфляцией, назовем, я смягчу. Ну ладно, двигаемся дальше. Так вот, надежная стратегия – это то, что вам необходимо. Та стратегия, которую вы будете придерживаться не один, не два и не три года. Этих стратегий можно придерживаться много лет, десятки лет. Вот здесь пишут 35%. Вот в это я поверю на самом-то деле. И то, смотря на что. Про импортные товары вообще молчу. И третье, что предельно важно, это регулярность инвестиций. То есть если вы инвестируете деньги, инвестируйте их каждый месяц. У вас потом появится кураж. Как можно больше отложить в следующий месяц, потому что вы будете видеть, что те деньги, которые вы отложили еще несколько месяцев тому назад, уже выросли в цене, их стало уже больше. То есть, и регулярность здесь решает. Я всегда говорю, что инвестирование – это не действие, это процесс. То есть это процесс, и он может длиться всю жизнь. Потом как бы инвестиционный портфель можно передать по наследству там, и так далее, либо потратить на свою пенсию, там, все что угодно. Вот пишут, импортные товары все 100. Да, несомненно. И откуда вот эта инфляция в 12,9%? То есть я понимаю, что не Максим ее придумал, это государство. Вот, но тем не менее. Двигаемся дальше. Значит, почему твердая валюта? Почему я не советую никогда инвестировать в рублях, гривнах и так далее и тому подобное? Ситуация в чем? Что государство всегда, всегда будет манипулировать с валютой. Здесь у нас, кстати, график за прошедшие 20 лет. Рост курса доллара. И мы видим, что каждый раз, когда в стране что-то не в порядке, правительство, я смягчу, корректирует курс рубля. А для чего это делается? То есть, во-первых, первая причина, за счет этого решаются экономические огрехи государства. Второе, государству выгодно, чтобы люди постоянно думали, где им взять поесть. То есть не то, чтобы они голодали, а чтобы они постоянно беднели, понимаете? Ну, на определенном уровне. То есть голодный бунт никому не нужен, но так или иначе, когда государство видит, что вдруг граждане уже зажрались, уже начали летать за границу, покупать дорогие машины и все это в общей массе, это значит, что завтра они захотят там какую-нибудь свободу слова, свободу печати, там честные выборы там, и прочее, прочее, прочее. Для того, чтобы граждане не забивали себе голову такой ерундой, время от времени государство корректирует их финансовое состояние. И в результате этой коррекции человек перестает думать о каких-то там благах и свободах, человек начинает думать о том, что поесть. Люди, которые вот находятся в такой ситуации, их проще контролировать, ими проще управлять. Кому это понятно, поставьте плюсы в чате. То есть это очень простая система, очень действенная, и мы сами здесь видели, что у большинства людей как бы голова болит не о том, что будет там, насколько прошли честные выборы, там, насколько кого там выбрали депутатом и так далее. Голова болит о том, чтобы как бы, как дотянуть до получки. Вот ставят плюсы, правильно? То есть так устроено. Это так устроено, поэтому если вы не хотите быть под воздействием всех вот этих вещей, нужно хранить свои сбережения в долларах. И уж если вы уж храните сбережения в долларах, приумножайте их. То есть все равно как бы вы купили вражескую валюту, так приумножьте ее чуть-чуть. Естественно, вражескую в кавычках. Отлично, я вижу огромное количество плюсов. Может, для кого-то были озарения сейчас, но поверьте мне, это действительно так. Я вот 17 лет прожил за границей, вот в России только последние 3 года. И, естественно, из-за того, что я вот родился в Санкт-Петербурге, родился в России, и все эти годы я следил за
истории этого государства, за тем, что происходит. Но только средства массовой информации у меня были несколько другие. То есть, поэтому у меня такое достаточно непредвзятое мнение, я пытаюсь его сохранить до сих пор. Хорошо. Следующий момент – это надежная стратегия. То есть если с валютой разобрались, если вы эту валюту будете вкладывать в различные неблагонадежные вещи, вы в конечном счете останетесь без нее. Максим пишет, и будет возможность подумать о честных выборах. Ну, проблема в том, что возможность подумать об этом будет у единиц. По крайней мере, скажем, у тех, кто прошел вот сегодняшний вебинар. Но, как мы видим, здесь тут почти 180 человек, это не то, что капля в море, это молекула в море. Поэтому общая ситуация останется как есть. Я прекрасно понимаю, что сюда пришли люди думающие, то есть люди, которым ничего не интересно, которым там пиво, телевизор здесь не сидят. Поэтому двигаемся дальше. Хорошо, значит, что касаемо стратегии. Стратегий может быть много, стратегий есть огромное количество. Я вам предлагаю одну из самых надежных, и это инвестирование в биржевые индексы. Если вы не знаете, что такое биржевой индекс и с чем его едят, поставьте минус в чате. Пишут в книгах по психологии, так все описано, как говорите. Ну, не знаю, я психологию так особо не изучал. Честно скажу, но тем не менее, как бы, знаете, вот когда вы живете как бы по ту сторону, но тем не менее все равно у вас там вся родня, у вас близкие там, вы так или иначе переживаете за эту страну, не то чтобы уехали и все, вам до балды, хоть гори там все синим пламенем. Естественно, как бы за этим всем следишь, смотришь и понимаешь, что происходит. То есть когда вы варитесь внутри этого котла, это сложно понять. Когда вы смотрите на это снаружи, это достаточно просто. Итак, минусов большое количество. Начинаем проводить ликбез. Что такое биржевые индексы? Значит, возьмем для примера, не для примера, такое определение. То есть биржевые индексы – это взяли группу каких-то акций, по определенному признаку. Допустим, вот если мы возьмем индекс Доу Джонса, это самый старейший индекс, он сейчас объединяет в себе 30 компаний, то есть взяли цены на акции этих 30 компаний, и сейчас очень грубо, на самом деле там все несколько сложнее, но вот для простоты понимания, разделили это на 30 и получили какое-то число. То есть в результате, если часть компаний в этом индексе растет, растут их цены на акции, то вместе с ними растет индекс. Это вот как, помните, средняя температура по больнице, да, вот взять всю температуру, поделить на количество больных, там, либо успеваемость в школе, то есть берут там табельные оценки, делят на количество учеников. Кому теперь понятно, поставьте семерки в чате. То есть то же самое можно сделать и с ценами на акции, то есть берут группу компаний, делают среднеарифметическое из этого, и считается, что биржевые индексы, они отражают состояние в экономике. Сейчас объясню, почему. Представьте себе такую ситуацию. Вот экономика развивается, компании открывают новые направления, принимают новых сотрудников. Те, которые есть, увеличивают зарплату, чтобы они не уходили. Из-за того, что как бы, идет постоянный рекрут, прием новых сотрудников, вдруг начинает не хватать специалистов. В результате объявления о приеме на работу уже звучат совсем по-другому, там совсем другие нули. Люди реально начинают больше зарабатывать. Если человек начинает больше зарабатывать, что он начинает делать больше? Он начинает тратить деньги. И это абсолютно нормально, это свойственно. Второй закон Паркинсона, что все, что заработано, будет потрачено. В результате у компаний,
растут продажи. Человек идет в магазин, покупает себе больше еды, покупает себе другого размера телевизоры, другие машины и так далее и тому подобное. Кто, у кого не было денег на машину, вдруг начинает покупать себе, пусть недорогую. Что получается? Растут продажи у компаний. Если растут продажи у компаний, естественно, растут прибыли компаний. Если у компании растет прибыль, растет цена на ее акцию. Если растет цена на ее акцию, растет биржевой индекс. Очень просто. То есть поэтому, когда в экономике расцвет, его можно отследить по росту биржевых индексов. В то же время, если вдруг с экономикой все не так, и мы это с вами хорошо знаем, как это выглядит, начинают сокращать людей, начинают как минимум не увеличивать зарплаты, а как максимум срезать, там 3 дня в неделю выходной без покрытия, без оплаты и так далее и тому подобное. То есть, что начинают люди делать? Люди начинают экономить, люди начинают ужиматься, естественно, уже не до плазмы, не до поездок за границу, не до жиру быть бы живым. Что происходит на рынке? На рынке падают продажи различных товаров и услуг. Если падают продажи товаров и услуг, то автоматически падают прибыли компаний. Если падают прибыли компаний, падают цены на акции. Если падают цены на акции, то, соответственно, индексы становятся меньше. Они падают в том числе. Кому это понятно, поставьте десятки. Смотрите. Я привел сейчас простой пример. На самом деле здесь очень много компонентов, очень много составляющих. Но в общем и целом можно вот так представить себе ситуацию. Примерно так это работает. Я специально упрощаю для того, чтобы, во-первых, не потратить очень много времени, во-вторых, не забить вам голову ненужными вещами на данный момент. Спрашивают, есть ли индексы на российской бирже? Так, убежал вопрос. Ладно, потом его посмотрим. Хорошо. Я вижу, понимание есть. Двигаемся дальше. Теперь следующее понятие – агентство Standard & Poor's. Это рейтинговое агентство, которое присваивает рейтинги надежности, рейтинги кредитоспособности, либо по-другому еще называются кредитные рейтинги, как различным фирмам, так и странам, государствам, банкам и так далее и тому подобное. И вот эта компания достаточно давно создала индекс S&P 500, в который вошли 500 крупнейших компаний Соединенных Штатов, которые торгуются на американской бирже. Но когда мы говорим Соединенных Штатов, нужно как говорим Ленин, подразумеваем партия. Здесь 500 крупнейших компаний – это компании, которые находятся во всем мире. S&P 500. Здесь лишь некоторые компании, которые находятся в индексе S&P 500. Естественно, все бы 500 сюда бы просто не поместились. Я привел только те, которые реально известны, и они есть во всем мире. То есть Макдональдс есть во всем мире, по-моему, за исключением только Северной Кореи. Уверен, на 90% компьютеров, которые сейчас подключены к этому вебинару, стоит операционная система компании Microsoft, какой-нибудь Windows у вас там торчит. Процессоры Intel во многих компьютерах. И карта Visa наверняка есть у каждого в кошельке, по крайней мере в семье, как минимум одна. И еще много-много-много компаний. Компания Cisco, вот, которая в левом углу, тот, кто занимается сетевым оборудованием, прекрасно ее знает. На ней построена там, если не большая часть интернета, то очень много, и даже российские военные очень любят это оборудование и страдают из-за того, что сейчас его проблематично купить из-за санкций. Вот здесь пишут macOS. Компания Apple, если вы посмотрите вот внизу в левой части, у нас тоже присутствует здесь на логотипе. Все эти компании находятся в индексе S&P 500, и это мировые компании. То есть у них есть бизнесы в США тоже, у них американская прописка, но
несмотря на все импортозамещение, которое творится, так или иначе, продукты этих компаний находятся в наших магазинах до сих пор. То есть это мировые глобальные бренды, глобальные, не бренды, бренды не совсем правильно, но бренды в том числе, то есть Apple – это бренд. Да, то есть глобальные компании, которые существуют везде. И находиться в этих 500 компаниях очень и очень престижно, находиться в этом индексе. Вот так вот выглядит движение индекса по состоянию, правда, на вчера, за более чем 20 лет, за 30 лет, здесь с 80-го года, простите. И мы видим, что этот индекс, он постоянно растет. Он постоянно растет. То есть, да, есть кризисы. Есть кризис, вот, допустим, вот 2008 года, да, когда был буквально обвал, когда все падало. Тем не менее, индекс постоянно движется вперед. И я лично беру на себя такую смелость, утверждаю, что этот индекс будет расти всегда. Кто со мной не согласен, поставьте тройки в чате. А я пока объясню, почему это будет именно так. И момент номер один – это то, что в индексе постоянно происходит ротация компаний. И если одна из компаний вдруг не отвечает требованиям, то есть у нее там что-то не так, либо есть компания, которая сильнее вот тех, кто находится в хвосте. В индексе происходит замена. Вот как в хоккее, да, если один игрок выдыхается, его тут же меняют на кого-то, кто более свежий, кто может принести более пользы. И вот этими заменами занимаются как раз-таки специалисты, профессионалы экстра-класса, которые сидят в компании S&P 500, и это часть их работы. Они постоянно анализируют и мониторят, а не поменять ли нам что-то в индексе S&P 500, чтобы он был лучше, быть может, есть более достойный кандидат. Либо наоборот, какая-то компания показывает плохие результаты, и ее можно уже отсюда потихонечку убирать. И за счет этого у нас в нашей команде, в которую мы как бы проинвестировали, всегда только самые лучшие игроки. Мало того, вот этим вот отбором занимаемся не мы, потому что как бы, это адовая работа даже вот для той бригады специалистов, бригады аналитиков, которые этим занимаются. Понятно, что для одного человека это практически нереальная задача, то есть оценивать постоянно там более 500 компаний, потому что вы еще и оцениваете кандидатов. Это вот пример того, здесь слайд с июля, но поверьте мне, если вы зайдете сейчас в Википедию, посмотрите, то замены происходили и дальше. И сразу видно, кто был добавлен, вот у нас edit добавлено, кто был удален и так далее и тому подобное. То есть, и посмотрите, как часто происходят вот эти движения. То есть движение происходит постоянно, постоянно следят за тем, чтобы в индексе S&P 500 было только 500 лучших компаний. Здесь пишут, провалы неизбежны, это капитализм. Да, кризисы будут. Они были, есть и будут. Но в конечном счете S&P будет расти. И даю второй довод, почему это происходит. Второй довод – это рост населения планеты. Смотрите, ситуация какая, что каждый день на свет рождаются люди. И этим людям, так же, как и нам с вами, нужна обувь, нужна еда. Нужна будет квартира, нужен будет автомобиль. И все блага, которые мы с вами потребляем постоянно. И они также будут хотеть ходить в Макдональдс, они также будут хотеть компьютер, им также нужна будет карточка Visa и так далее и тому подобное. Вот перед вами график, это то, как увеличивалось население планеты вот, за достаточно долгий период.
Если вы обратите внимание, вот у меня здесь график заканчивается 2007 годом, 6 миллионов, простите, миллиардов, 665 миллионов человек. Я не поленился, и вот вчера полез на специальный сайт, где постоянно идет учет роста. То есть на данный момент это уже количество людей составляет 7 миллиардов 466 миллионов 350 тысяч 244 человека. Это по состоянию на вчера. Я вам могу сейчас скинуть ссылку, и вы сможете посмотреть разницу. Одну минуточку. Вот она. То есть вы можете посмотреть, что произошло с населением планеты, которая прожила еще чуть более суток. Какова разница и насколько людей стало больше? Максим здесь спрашивает, почему он должен непременно расти, если по сути качество компании не меняется, только самый лучший. По логике он должен находиться стабильно на высоком уровне, но не расти. Вот я думаю, что после того, как я рассказал про прирост населения, я думаю, вопросы отпали. Да? То есть мы, во-первых, имеем самых лучших в этом списке, во-вторых, эти самые лучшие обслуживают как раз-таки вот тех, которые появляются ежесекундно на свет. То есть здесь как бы все нормально. Еще раз повторяюсь, кризисы будут. Кризисы будут, и как с этим работать, я обязательно расскажу. В то же время, нужно понимать, что индекс – это число. Это число, которое высчитывается, и в индекс невозможно проинвестировать. Что это значит? Это значит, что, как это сказать? Как бы, если вы хотите проинвестировать в индекс S&P 500, то вам нужно покупать 500 компаний, вот этих отдельных их акций, и следить постоянно за изменениями, чтобы там часть купить, часть продать и так далее и тому подобное. На интенсиве, который будет в середине декабря, я подробно расскажу, как эта проблема решается. То есть специальные ценные бумаги, которые помогают эту проблему решить. То есть представьте себе, чтобы проинвестировать в S&P 500 и хотя бы проинвестировать там по $1000 в каждую компанию, уже нужно полмиллиона. Полмиллиона долларов, я не уверен, что у нас здесь в чате есть люди, которые обладают таким свободным состоянием. Свободным состоянием взять и вложить. Пишут, в 2008 индекс обвалился на 500 с лишним пунктов. Какой нужен капитал, чтобы пересидеть такую просадку? Любой. Любой капитал, какая разница? Если вы пересиживаете, какая разница, какого размера капитал? Мало того, смотрите, от подобных вещей, здесь я забегаю уже вперед. Есть очень такие надежные механизмы, как защищаться. То есть, понятное дело, что, смотрите, сейчас мы вернемся к самому индексу. Вот он у нас. Смотрите, что может произойти. То есть я вам рассказываю сейчас общий случай и рассказываю основной принцип. Но, кстати, если мою мышку видно, поставьте плюс. Я надеюсь, что ее видно на слайде. Но может так получиться, что вы начали инвестировать, допустим, вот, в ситуации, скажем, в 2000 году, а деньги понадобились вам вот в конце 2008-2009, да, и если вы покупали на всем этом промежутке, то в результате у вас будут убытки. Тем не менее, у меня есть встроенная система, которая помогает этих убытков избежать.
Спрашивает, почему вдруг тема передачи изменилась? Говорили про биржевые индексы. А мы про что сейчас говорим, Максим? Я даже не знаю. Хорошо. Наверное, вы переключились на другой канал. Тем не менее, еще раз повторяю, что есть средства защиты. Есть средства защиты, как инвестировать в фондовый индекс. И в то же время, неважно, когда вы проинвестировали деньги, и неважно, когда вам они нужны, вы все равно уйдете с рынка победителем, если будете следовать этим теориям. То есть, да, индекс S&P обречен на рост, но он не будет расти каждый день. То есть ни в коем случае не думайте так. Мы с вами видим по истории, что да, есть колебания, и они достаточно серьезные. Общий тренд так и сохранится восходящим по тем причинам, по которым о которых я вам говорил. Теперь еще один момент. Это то, что мы... речь идет о долгосрочных инвестициях. И у меня вопрос к вам. Поставьте 100 в чате, напишите 100. Для кого не проблема откладывать, сберегать там, как угодно, зарабатывать лишние 100 рублей в день? Поставьте цифру 100 в чате. Если вы можете отказаться от сигарет. Вы знаете, меня тут спросили, а как вообще, как я, кстати, сам курил, я начал курить в 14 лет. И довольно долго меня преследовала эта привычка. И был вопрос, как можно бросить курить? И говорю, очень просто. Вы берете и не подносите ко рту вот эти белые палочки и не поджигаете их. Если вы не будете этого делать, то вы автоматически перестаете курить. То есть это самый простой способ бросить курить. Кроме этого, есть огромное количество. Кто-то переходит на электронные сигареты, кто-то читает Алина Кара «Как легко бросить курить». Я, кстати, бросал именно при помощи него. Кто-то говорит, что это не работает. По мне работает. То есть, вот, не курю, радуюсь жизни и каждый день пробегаю по 10 километров. 5 утром, 5 вечером и без отдышки. Поэтому, если вот здесь ставят минусы, для кого-то это проблема. Если вы пройдете мой тренинг «Личная финансовая революция», для вас это не будет проблемой. 100 рублей в день – это смешные деньги, поверьте. То есть посмотрите вокруг себя, весь мир напичкан деньгами. То есть во что бы вы ни уперлись, все это деньги. То есть вы выходите на улицу, видите машины, и, как правило, машины не дешевые. Это все деньги. Здание – это деньги. Любая работа выполняемая – это все работа денег в конечном итоге. Поэтому из этого огромного мира богатства, я извиняюсь за сленг, отжать 100 рублей, ну, не смешите меня, не ставьте минус. Вы просто себя оцениваете ниже плинтуса. То есть вокруг огромное количество денег, просто сумасшедшее. Сумасшедшее абсолютно. Оно пока не ваше, но здесь, опять-таки, весь вопрос в принятых решениях. Мало того, здесь есть еще один момент. У Тони Робинса это проходит красной линией вообще через все его тренинги, что все зависит, практически все зависит от того, какие стандарты мы себе выставляем. Вот я готов поспорить, что 90% в этом чате зарабатывает ровно столько, сколько им нужно. И если бы вдруг ситуация поменялась, причем так сильно бы прижала бы в одном месте, вы стали бы зарабатывать больше. То есть вот вся проблема в том, какие стандарты мы себе ставим. То есть вот мы ставим себе, что да, мне нужно как минимум 30 тысяч в месяц. И вы ищете работу на эти 30 тысяч, и пока не найдете, не останавливайтесь. Здесь спрашивают, может проще один раз в месяц 3 тысячи отложить? Ольга, если для вас это проще... Без проблем. Мне все равно, как вы это сделаете. Вы можете два раза в день по 50 рублей. Ради бога, важен результат. Я вам пока показываю просто мизерность этой суммы. Она действительно смешная. Это полчашки кофе. То есть, ну, это ни о чем вообще. В то же время
Вот здесь Дмитрий пишет, от сигарет уже отказался, теперь откажусь от кофе. Замечательно, замечательно. Еще много от чего можно отказаться и за счет этого улучшить качество своей жизни. Я не знаю, кто-нибудь читал из вас книгу «Китайское исследование», очень интересная книга, большая, интересная. Там очень много рассказано о пользе, в кавычках, мяса. Откажитесь от мяса. Это еще будет огромное количество денег вот от всех этих мясных продуктов, колбас и прочей дряни, которую мы едим. Но ладно, сейчас мы уже идем совсем в другую сторону. Возвращаемся к нашим несчастным 100 рублям в день. Так вот, простая арифметика. Если бы 20 лет тому назад вы отложили бы там 3000 долларов, а потом докладывали бы по 100 рублей в день, там, по 300 рублей в месяц, то и все это вкладывали бы в индекс S&P 500, на данный момент у вас было бы 6 800 000 рублей. В большинстве городов России на эти деньги можно купить либо очень хорошую там трешку и больше, либо там пару однокомнатных квартир, ну вот вообще без проблем. Учитывая, что это как бы фактически ничего не делает. Абсолютно ничего не делает. Здесь пишут, плюс 100-500, все зависит от мотивации. Все зависит не от мотивации, а от того, в какие рамки мы себя ставим, какие стандарты мы себе выставляем. То есть здесь на самом деле размер нашего заработка, он чисто вот в нашей голове. То есть вам, конечно, хочется зарплату 500 тысяч в месяц. Это понятно, то есть никто здесь не откажет, скажет, не, 500, я не хочу такую зарплату. Но вы знаете, что вам достаточно сороковник там, или тридцатник, у кого там, это сам, там 50, 100. И вы ищете, вы делаете так, чтобы у вас было 100, вы повышаете свою квалификацию, вы ищете какие-то связи там где-то и так далее. И в результате, как бы, может, не сразу, но выходите на эти 100, если вы поставили себе такую планку. И раз, жизнь изменилась, 100 тысяч, ничего себе, такие деньги. Это я тут шел от моря как раз и слышал, два парня что-то делились, он говорил, послушал чужой разговор, жутко неудобно, но они громко разговаривали. Говорил, что вот ты представляешь, я хожу типа как чуть ли не в рванье, это тот человек, который зарабатывает 26 тысяч в неделю. И я иду и думаю, 26 тысяч в неделю, как можно прожить на такие деньги вообще? То есть 26 тысяч в день, это и то мало. С одной стороны. С другой стороны, я уверен, что для большинства как бы 26 тысяч в неделю – это серьезные деньги. И опять-таки, здесь все зависит от планок. То есть мы живем с ним в одном мире, мы идем с ним по одной улице, но у нас абсолютно разные стандарты, абсолютно разный подход к этой жизни. Пишут, в 90-х получали миллион, но они были дешевле бумаги, на которой они были напечатаны. Но это на самом деле к делу не относится. Пишут, зачем отказываться, можешь самому заваривать вкусный кофе. Можно по-разному, смотрите, здесь опять-таки все зависит от ваших решений. То есть кто-то решит сам заваривать, кто-то в магазине покупать, кто-то скажет, да ладно, от кофе одни проблемы, нафиг оно надо. Там, кожа серого цвета там и раннее старение. Для каждого это как бы свой выбор, свое решение. Но мы эти решения делаем постоянно. А кто-то скажет, да блин, я лучше сдохну, чем перестану пить кофе. Есть же и такие, то же самое с сигаретами. То есть, опять-таки, вся наша жизнь зависит от постоянно принимаемых решений. Но мы движемся дальше. Движемся дальше и... Еще одна простая арифметика, но сейчас мы откладываем не по 100 рублей в день, мы откладываем по 150 рублей в день. И в результате, также за 20 лет, мы с вами уже собираем хорошую квартиру в Москве. Друзья, это как бы на копейках, но каждый месяц регулярно, причем вам не нужно сидеть у монитора, вам не нужно ничего делать. Для кого-то это может быть шикарной пенсией, то есть вот вы откладываете по 150 рублей в день, то есть берете какой-то стартовый капитал небольшой, то есть 3000 долларов, сегодня это у нас там около 200 тысяч рублей, я так думаю. Это даже не автомобиль, то есть это там, ну, ездящие «Жигули», скажем так, по сегодняшним меркам.
То есть вы берете, закладываете это в основу, потом докладываете по 150 рублей в день, и с 10 миллионами выходите на пенсию. Мало того, как бы вам не обязательно сразу как бы снимать и все эти деньги, вот она моя пенсия. Вы можете снимать по чуть-чуть, и тогда как бы деньги продолжат умножаться. И вот вам вдруг уже не нужно государство. С ее подачками там вот здесь писали пенсия 8600 рублей. То есть, ну, это действительно смешно. То есть, несмотря на то, что я уверен, что и вы сами, либо там работодатель за вас, даже если вы получали там зарплату в конверте, платил все равно большие взносы. 100 рублей – это при отсутствии инфляции, 100 рублей – это при покупке доллара, покупке в S&P, в S&P 500, чтобы было понятно. Когда вы вдруг начинаете считать в долларах и мыслить в долларах, то как бы инфляция в долларах, она тоже существует, но как бы на данный момент инфляция 0,7% в год. Да? То есть на вот нашем общем фоне это даже как бы сумма, которая, это погрешность относительно той инфляции, которая творится, скажем, в Российской Федерации. Да? Это вот погрешность там плюс-минус пару процентов. Вот тут пошли советы. Отлично, двигаемся дальше. Значит, однако, как я уже говорил, есть подводные камни в этом способе. То есть легко может быть так, что вы начнете инвестировать в 2000 году, а деньги вам понадобятся там, в 2003 или там, в 2009. То есть вы можете попасть в неудачную фазу, либо начать неудачно. Но есть способы, о которых я рассказываю на интенсиве, который пройдет 17-18 декабря. Это будет двухдневный интенсив. Уже второй поток мы делаем. Первый поток прошел просто на ура. Люди пищали от восторга. И я, собственно, предлагаю вам в этот второй поток писаться. Кстати, вот описки, я вам покажу отзывы людей. Люди, которые проходили как бы вот этот вот тренинг. Люди, которые не хотят учиться инвестированию, которые готовы на учебу потратить 2 дня и потом всю жизнь этот метод использовать. Люди, у которых могут откладывать какие-то деньги. Кстати, кто не может, для тех у меня будет решение в том числе. Поэтому, если вы вдруг пришли к выводу, что 100 рублей в день – это для вас неподъемная планка абсолютно, у меня будет решение для вас. То есть здесь на самом деле, ну, все решается гораздо, гораздо проще, чем кажется. Так вот, в чем предложение? В чем предложение? 17-18 декабря мы начинаем в 2 часа дня. В нашем учебном центре это уже второй поток. Я буду рассказывать о том, как безопасно, пассивно инвестировать и не становиться инвестором, а просто получать прибыль с фондового рынка на абсолютно вот пассивной основе для тех людей, которые не хотят вот постоянно учиться. У нас в учебном центре более 25 учебных курсов и по трейдингу, и по инвестированию. Это все те знания, которые, не, на самом деле не все, в моей голове гораздо больше, но как бы часть знаний, которые были выложены из моей головы. Тем не менее, многие говорят, я не готов все это проходить. Вот каждый курс по 20, по 30 часов, у меня нет на это ни времени, ни сил. То есть деньги я готов заплатить, но как бы изучать это нет. Поставьте семерки в чате, кому интересно вот это предложение, кто бы хотел бы в нем поучаствовать. Михаил пишет, я к тому, чтобы зарабатывать ровно столько, что зарабатываем ровно столько, сколько нам достаточно. Получается, если будем обходиться меньше суммы, то и зарабатывать начнем меньше. Что не так? Дело в том, что если вы начнете обходиться меньше суммы, а то, что остается вовремя откладывать, тогда планка у вас останется на том же уровне. Если вы себе поставите в качестве стандарта, что вы должны 3000 отложить в месяц, и хоть там, я не знаю, хоть мир разорвется, но это то, что вы должны отложить на свое будущее, это может быть откладывание на учебу детей, это может быть ваша пенсия, это может быть покупка квартиры, это может быть все, что угодно, это может быть откладывание на открытие бизнеса потом. Вам решать, на какую цель вы будете копить. Важно понимать, что деньги – это не цель, деньги – это средство достижения цели. Кто ставит во главу угла
вот там, за, чтобы у меня был миллион долларов. Почему миллион, почему не 950 тысяч? Ну вот миллион круглая цифра. Никогда у вас таких денег не будет. Но если вы скажете, я хочу яхту за миллион долларов там, или самолет, вот потому что мне надо там и так далее, то вы запросто можете до этого дойти, опять-таки, если поставите себе планку. Очень важно понимать. Этот слайд на самом деле уже озвучил. Если у вас нет сил, нет желания, нет энергии разбираться, вникать во все мелочи, тонкости, становиться профессиональным инвестором, тренинг реально для вас. И тренинг решает проблемы тех, кто хочет, во-первых, сохранить заработанное, во-вторых, воплотить мечту в жизнь. Я только что об этом говорил. Поставьте восьмерки в чате, у кого из вас есть мечта, и она ограничена финансами. То есть вот вам хочется вот это, ну, блин, нету денег. И вообще непонятно, где вы их возьмете. Ну, вот оно хочется, как бы, вот эту вот машину там, или вот эту вот квартиру в этом микрорайоне, или там еще где-то. Или вообще жить не здесь, в каком-нибудь другом месте. Здесь пишут, ну, сейчас объясню, дослушайте до конца. Вот, пошли восьмерки. Так вот, друзья, на самом деле мечты воплощаются в большинстве случаев именно таким образом. На них просто откладывается, и деньги, которые откладываются, должны приумножаться сами. Понимаете? То есть... Если вы рассчитываете там, выиграть миллион долларов в лотерею там, или там, найти чемодан с деньгами, это, конечно, хорошие такие мечты, но что-то мне подсказывает, вероятность того, что это останется мечтами, практически равна 100%. То есть нужно понимать, что в конечном счете любая мечта, которая зависит от денег, исполняется регулярным откладыванием на эту мечту, но не просто под подушку деньги, либо там, под половицу, либо, боже упаси, в банк там, на депозит, а именно путем приумножения. Я надеюсь, что это понятно. Следующий момент. В то время, пока вы копите на мечту, да, у вас откладываются деньги, у вас деньги приумножаются, у вас вдруг получается серьезный финансовый фундамент. То есть, да, мечта, да, вы к ней идете, но если что случись, вы вдруг сами себе страховая компания. То есть, не дай бог, кто-то заболел, что-то понадобилось там. Какие-то форс-мажорные обстоятельства, вы можете решить их буквально в один момент. Почему? Потому что биржа США предельно ликвидна, и продать те активы, которые у вас есть, займет меньше одной минуты, это раз. На вывод денег может занять там пару-тройку дней, пока они там идут. И вдруг раз, и деньги у вас. То есть все это делается мгновенно и очень быстро. Если вдруг вас прижмет какая-то нестандартная ситуация, деньги будут у вас тут же. Следующее, мы об этом говорили, что когда вы вдруг думаете не только о еде, вы вдруг начинаете не зависеть от телодвижений государства. То есть государство будет постоянно опускать своих граждан. Опускать как бы с финансовой точки зрения, назовем это так. Тем не менее, на каком-то этапе вы поймете, что вам уже это все равно. И когда вдруг говорят, что решили не индексировать пенсии, вы можете только посмеяться над теми несчастными и сказать, блин, хорошо, что я подумал об этом раньше. Метод может позволить избавиться в том числе. Метод позволит вам перестать тревожиться о старости. Я вот обратил внимание, большинство россиян, ну не только россиян, вообще все постсоветское пространство, о пенсии просто не думают. То есть они понимают, что там одна большая на букву «Ж», и как бы, и что это не исправить, это данность, и поэтому об этом думать не надо. То есть это как, вот, воспринимается как вещь, которая от вас не зависит. В то же время за границей человек, как только поступает на первую работу, он уже заботится о том, чтобы начались пенсионные отчисления в его как бы, вот, личный пенсионный фонд. Понимаете, то есть там об этом думают там, в 20 лет, здесь об этом не думают вообще. Но... как мы с вами видели, откладывая по 100 рублей в день, можно создать себе нифига себе пенсию. На 10 миллионов рублей можно жить, как бы, учитывая, что они приумножаются дальше. Можно их потихонечку проесть, и проесть, как бы, вам хватит время, да. И государственной пенсии вы как раз будете там помогать детям на эти деньги, либо там тратить себе на конфеты, на что-то еще.
То есть можно перестать об этом думать, но в хорошем смысле этого слова. И, естественно, тренинг решает проблему создания дополнительного источника дохода. Я думаю, что здесь в чате нет ни одного человека, который не мечтал бы, чтобы где-то со стороны ему капало еще либо столько же, сколько он зарабатывает, либо еще больше, пусть поначалу меньше и так далее. Спрашивают, можно ли пенсионеру заработать на бирже за год 100-150 тысяч рублей? Можно. Вопрос, с какими исходными данными. Понимаете? На бирже можно и не за год такие деньги заработать. Можно. Вопрос, с какими деньгами вы придете на биржу, с каким капиталом. Да? Теоретически, да. Практически, Валерий, вот ваш конкретный случай нужно разбирать, естественно, отдельно. То есть, если вы спросите, могу ли я... в смысле вы, Валерий Лепчевский, заработать 100-150 тысяч в год, нужно смотреть, смотря с каким капиталом вы придете, каким способом будете пользоваться, как будете рисковать и так далее. Спрашивают, а пенсионер успеет что-то получить? Валентина, ситуация какая? Пенсионер, пенсионер рознь. То есть пенсионер, который 90, ему 90 лет, это пенсионер. И пенсионер, вот я так понимаю, в России в 55 лет женщины выходят на пенсию. Вот, как бы, с одной стороны, он пенсионер, но в 55 лет, как бы, человек еще может принести очень много полезного и еще очень много денег заработать. То есть здесь пенсионер пенсионеру рознь. Как бы, все зависит от состояния вашего здоровья. Если это пенсионер, прикованный в постели, да, и у него, кроме там пенсии 8 тысяч рублей, ничего нет, это ситуация номер один. Если этот пенсионер, там, у него два бизнеса и еще там бунгало на Мальдивах, это пенсионер номер два, поэтому давайте как бы рассуждать это самое. То есть, здесь очень много различных исходных данных, которые имеют значение. Значит, чему научу, что вы будете уметь? То есть, во-первых, как создавать пассивные инвестиции. Расскажу пошагово. Вот начнем со 100 рублей. Сначала расскажу весь метод в общем, потом расскажу, как со 100 рублей это все сделать. Расскажу, как создается персональная пенсия, своя собственная, личная, в 10 раз больше, чем государственная. То есть пенсия 86 тысяч рублей в месяц. Это вполне реально, если вы об этом вовремя задумаетесь. Если вам остался год до пенсии, это не так-то просто. Но если вы об этом задумались вовремя, вы можете запросто это сделать. Естественно, при помощи вот этих методик сможете спокойно выйти из хронической бедности. Абсолютно реально. То есть потихоньку, полегоньку и выйдете. И вдруг станете, превратите в средний класс. Тот, кому надоело быть средним классом, запросто, как бы, не мгновенно, но запросто, смогут сделать себя состоятельным человеком. На самом деле, опять-таки, все зависит от тех стандартов и от тех планов, которые мы себе ставим. Я вам даю метод, при помощи этого метода вы можете откладывать не по 100 рублей в день, а там по 1000 рублей в день, если у вас соответствующий заработок и соответствующий расход. И все это, коллеги, все это с затратами 15 минут в месяц. Я уверен, вы на ковыряние в носу тратите больше времени. Я уверен, что на чистку зубов, по идее, так должно быть, вы должны тратить в разы больше времени. Здесь вы можете собрать себе на мечту в течение там, какого-то срока, абсолютно не тратя на это ни сил, ни энергии, ничего. Значит, в результате даю готовую, проверенную стратегию, стратегия, которая проверена десятилетиями, не годами. Десятилетиями. И вы можете применять эту стратегию всю жизнь. Максимальное будущее. То есть перестанете бояться, что а вдруг вас уволят, а вдруг не уволят. А если уволят, чем я тогда буду гасить кредиты? А на что я куплю детям еду? И так далее и тому подобное. Совсем другой образ жизни. То есть внешне ничего не поменяется. Внутри поменяется очень много. То есть у многих будет такое чувство, как знакомый со мной поделился. Он говорит, захожу в магазин обувной, и вопрос, как бы, купить пару обуви, либо купить весь магазин, как бы, вместе с продавцами, кассой и так далее. То есть, в жизни, естественно. Вот, спрашивают, ваше мнение о памщиках, пожалуйста.
Давайте чуть позже, напомните мне, я расскажу свое мнение. Это отзывы тех людей, которые были в первом потоке. Мы проводили этот тренинг онлайн. И вот, пожалуйста, женский отзыв. Ольга проходила этот курс, что да, просто, да, рабочая, да, готова к использованию со знаком стопроцентного качества. То есть, видите, сказать по чём. Следующий отзыв. Вы можете все их почитать на нашем сайте. Мы указываем адрес на социальной сети, можете связаться с этими людьми, проверить, что это не фейковые аккаунты, пообщаться с ними, спросить, удостовериться, писали ли они этот отзыв или нет. То же самое, емкий, короткий, с минимум лишней информации и массой практических советов и рекомендаций. Пожалуйста, вы можете быть на втором потоке, второй поток будет похож на первый, но с учетом как бы полученной обратной связи, мы его будет немного круче, чем первый, который проходил. Еще один отзыв человека. Реально материал усваивается, переваривается, легко применяется на практике. Видите, в итоге имею на руках готовую систему, проверенную годами, рынком, личным опытом, систему, которая работает, которая предельно проста, понятна, прибыльна и занимает минимум времени, а значит подходит под мою жизнь. Еще один отзыв живого человека, Сергея Логвинова. Еще один женский отзыв. Пожалуйста, я уже не буду читать, у меня уже, честно говоря, язык болит, читать все эти отзывы, но, пожалуйста, человек был 2 дня на интенсиве, теперь вот готов открывать счет у рекомендованного брокера. Мало того, для тех, кто вписывается в предложение и оплачивает до конца завтрашнего дня, я даю вот этот вот тренинг «Личная финансовая революция». Он выполнен в потоковом режиме. Что это значит? Это значит, что вы проходите первое занятие, делаете домашние задания, пишете отчет и после этого получаете следующее. Если вы просто к нам придете в учебный центр, вам предложат этот тренинг за 9 тысяч рублей. Я вам даю бонусом специально для тех, кто хочет откладывать больше, либо для тех, кто... у кого нету этих 100 рублей, хоть как бы, ну вот нет. То есть я могу понять, когда-то я был в точно такой же ситуации, ну вот нет, просто нет. Там, не знаю, где занять еще, чтобы прожить. Тренинг специально для этих людей. На первой неделе причесываем голову, я не имею в виду волосы, я имею в виду ваши извилины, и приводим там все в порядок. Потому что ваши убеждения, ваши планки очень сильно влияют и на ваши расходы, и на ваши доходы. На второй неделе мы учимся создавать дополнительные источники дохода. На третьей неделе вам рассказывается система пошагово, как увеличивается зарплата. Система работает даже в кризис без проблем. То есть, несмотря на то, что тренинг был записан, когда кризиса не было, люди до сих пор пишут отзывы, что да, зарплату подняли, это работает. Поэтому без проблем. Если вы успеваете оплачивать предложение до конца завтрашнего дня, до конца пятницы, вам этот тренинг абсолютно... Это вот отзывы тех людей, которые проходили. Люди реально питал в конечном итоге. То есть даже за 3 недели люди приходили с результатами. Вот, пожалуйста, что деньги, которые оказались в банке, перекрыли стоимость тренинга в несколько раз. Вам этот тренинг предлагается бесплатно, вместе с участием в интенсиве. Мало того, смотрите, мы специально заранее проводим этот вебинар. В чем фишка? Что у вас как раз будет даже чуть больше 3 недель до этого интенсива. Вы на интенсив уже сможете прийти с каким-то определенным капиталом. То, что вы придете другими людьми, в этом я просто уверен. Мало того, я более чем уверен, что вы придете еще и с деньгами. То есть для вас это будет не просто какая-то информация, там, как жить хорошо, а как распорядиться теми деньгами, которые вы собрали уже за эти 3 недели. Еще отзыв. Пожалуйста, тренинг предельно практический. Никаких мантр, никакой эзотерики. Предельно практический тренинг с конкретными заданиями «бери и делай». В результате люди приходят с капиталом к концу.
Следующий бонус, который вы получаете, это бессрочное участие в мастер-клубе. Как я уже и говорил, может, кто-то вначале не был, мастер-клуб был создан для того, чтобы дать вам гарантию внедрения. Вы всегда мне можете написать вопрос, и я в понедельник на него отвечаю. Если вам что-то непонятно по материалу, если вы столкнулись с какой-то проблемой, все ответы здесь каждый понедельник в 7 вечера. Мы встречаемся и обсуждаем примерно час. Помимо этого, даю свое видение, то есть каждый раз делю своим мнением относительно экономики, относительно происходящих событий, относительно выборов президентов и так далее и тому подобное, и как это повлияет на фондовый рынок. Помимо этого, даю те активы, которые имеют смысл вкладываться. То есть практически каждую неделю даю рекомендации по инвестициям. Еще раз повторяю, каждый наш клиент получает это бесплатно и получает это бессрочно. Следующий момент – это пожизненный статус VIP-клиента. Что это значит? У нас есть достаточно большое количество тренингов, которые недоступны людям, которые пришли с улицы. Я не заинтересован раздавать знания людям, которые вообще не понимают, кто они. То есть мы даем доступ к этим тренингам только тем, кто прошел определенную подготовку, кто хочет двигаться дальше. Поэтому у нас есть немалое количество тренингов, которые исключительно для VIP-клиентов. Мало того, VIP-клиентов они достаются с очень серьезными скидками. То есть там скидки по 50, 60 и даже 70%. Сейчас я скину вам ссылку в чат, чтобы вы могли оценить всю ту базу знаний, которая у нас имеется. Это вот именно VIP-тренинги. Следующий бонус, который вы получаете, это тренинг «8 слагаемых успеха современного инвестора». Вторая версия, которую мы записывали в этом году. На самом деле тренинг был просто бомбой. И там уже не 8 слагаемых, просто... здесь спрашивают, когда будет следующий тренинг? 17-12 не могу. 17-18. Но если вы не можете, вы можете просто послушать запись, а потом задать вопросы в мастер-клубе. То есть запись будет, естественно, несмотря на то, что тренинг онлайн, все записи будут, и вы их, естественно, получите без проблем. То есть, если вы не попадаете, если вы уезжаете отдыхать, это абсолютно нормально, не переживайте. Как бы я бы на вашем месте списывался. Почему? Потому что вопросы задать вы сможете всегда. Это не то, что вы провели и все, а дальше там что-то непонятно, с кем говорите, неизвестно. Здесь вы попадаете в мастер-клуб и становитесь его участником на абсолютно бесплатной основе. То есть это как бы гарантия внедрения материала. Так вот, 8 слагаемых. Что это вообще за зверь такой? Очень объемный тренинг, тренинг, который бы я советовал начинать с него. То есть прежде чем вы придете на интенсив, у вас будет время, обязательно изучите его. Рассказано, как правильно платить налоги, рассказано основы инвестиционного портфеля, рассказано, как выбирать брокера. Здесь рассмотрено огромное количество примеров, не огромное количество, но несколько примеров брокеров, причем правильных брокеров. Рассказано, какие основные вещи должны быть в инвестиционном плане. Мало того, в этом тренинге делюсь своей фишкой, как определять пузырь на рынке. То есть для тех, кто не знает, что такое пузырь на рынке, это когда рынок становится очень переоценен, когда цены на акции абсолютно не соответствуют их ценности. То есть вот есть цена на акцию, а есть ценность этой акции. Для чего это сделано? Для того, чтобы не покупать, когда дорого. Вот делюсь этой системой, ни в одном другом тренинге об этом не говорится, и на самом деле достаточно эксклюзивно. Следующий момент для тех, кто приобретает версию плюс. У нас есть версия стандарт, версия плюс и версия VIP. Также вам идет бонусом тренинг «Как составить личный
Как составить прибыльный инвестиционный портфель? Тренинг стоит 14 900 рублей. На самом деле, как бы опять-таки, цена 14 900 рублей, ценность можете умножать смело в несколько раз. То есть только этот тренинг полностью окупает и возвращает все ваши затраты на весь комплект, комплект плюс. Огромное количество примеров портфелей в зависимости от вашей семейной ситуации, в зависимости от возраста. Принципы построения, принципы отбора активов. Мало того, рассказываю, какие активы, какими активами пользуюсь я, что есть в моем портфеле, как это все выглядит. Очень много разбивки. Тренинг подходит для тем, кто, у кого планируется портфель от 3000 долларов до 300 тысяч. То есть после 300 там немножко модель меняется, но тем не менее, я думаю, для большинства это будет как бы просто безумный бонус для того, чтобы правильно, грамотно составлять свой портфель. Мало того, в комплекте плюс дается моя часовая скайп-консультация ценой 10 тысяч рублей. Кстати, цену будем поднимать в декабре. Я хочу увеличить в два раза, потому что времени у меня становится все меньше и меньше. То есть, если вам вдруг нужно обсудить со мной вашу личную ситуацию, как бы есть вещи, которыми в мастер-клубе не поделишься. Это раз. Во-вторых, есть вещи, на которые в мастер-клубе не ответишь. То есть, когда человек пишет в чате, допустим, мастер-клуба: «Сергей, скажите, а вот такая-то акция, она подходит мне или нет?» И я не могу ответить на этот вопрос. То есть это напоминает, что как бы все равно, что человек удаленно пришел к врачу. То есть по скайпу, даже без видео, задает вопрос: «Доктор, у меня тут в боку что-то посинело. Что вы посоветуете?» Да? То есть, примерно такого же рода вопрос. То есть, нужно узнать, а что там, а какой у вас инвестиционный план, а почему вы собрались покупать, а сколько денег, а какой инвестиционный горизонт. И еще огромное количество вопросов, которые в мастер-клубе, естественно, задать нет времени и возможности. Поэтому для этого есть услуга личной консультации. Поверьте, я за час вам могу очень много рассказать и очень много посоветовать, то, что вы за год не прочтете в книгах. Я вам просто это гарантирую. Именно с точки зрения инвестиций, с точки зрения распределения капитала, с точки зрения сбережения капитала. Поэтому как бы цена маленькая, ценность огромная. За час могу рассказать очень много, обладая просто сумасшедшим опытом. И в построении портфеля, и в активных инвестициях, и в пассивных инвестициях. То есть до 7 миллионов долларов портфели составлялись. Вот, люди приходили и составляли им портфель. Поэтому если у вас от 7 и меньше, без проблем. Естественно, многих из вас интересует вопрос, сколько вообще это стоит, сколько стоит участие. И у меня вопрос к вам. Я как представитель достаточно ярко отвечаю вопросом на вопрос, конечно. То есть подумайте, сколько может стоить метод, который будет на вас работать всю жизнь. Подумайте, сколько стоит вообще, какова ценность того, что вдруг у вас появляется подушка безопасности. Вдруг вы начинаете двигаться к мечте. Не мечтать, а двигаться к ней и достигать ее. Вдруг вы понимаете, что у вас будет пенсия. Не подачка от государства, даже подачка не назвать, насмешка от государства. То есть помимо средней пенсии, сегодня вроде говорят там 13-14 тысяч рублей, я не представляю, как два дня прожить на эти деньги. Как люди живут на этом месяц, мне вообще просто неведомо. То есть, по мне, так это просто насмешка от государства. Вот подумайте на минуту, сколько бы могла стоить такая технология, сколько за нее стоило бы заплатить. Просто вот то, что вы берете один раз и пользуетесь этим всю жизнь, мало того, вы потом можете передать эту технологию детям по наследству. И ответ очень простой. На самом деле мы специально выставили такие тестовые цены. Они, на мой взгляд, безумно низкие. То есть вот версия стандарт, которую я озвучил, это вот в районе 150 долларов. То есть когда вот мы с Ильдаром обсуждали цены совсем недавно, я говорю: «Ильдар, ну
150 долларов за технологию, которая позволит вам собрать капитал, за технологию, которая научит вас как бы, и выплачивать налоги, и распознавать рыночные пузыри, и откладывать и приумножать, по-моему, 150 долларов брать просто, ну, как бы, неприлично, тут можно 1500 долларов брать и не краснеть. Но мы решили поступить следующим образом. Я хочу, чтобы это было доступно всем. То есть цена более чем демократичная. Если для вас это много, значит, вы просто еще до этого тренинга не доросли. Здесь как бы все очень просто. Но поверьте мне, 150 долларов на то, чтобы достичь своих целей, достичь своих мечт, это немного. Если вы хотите версию плюс, если у вас есть больше вопросов ко мне, если вы хотите воспользоваться консультацией, если вы хотите научиться составлять портфели, кстати, это может быть очень неплохой подработкой на самом деле, при наличии клиентуры составить портфель может стоить несколько тысяч долларов. Подумайте об этом в том числе. Мало того, комплект VIP специально для тех, кто хочет заниматься с ним, кто хочет после этого получить гарантийное сопровождение. Я уверен, таких людей будет немного, но тем не менее, наверняка будут люди, которые скажут, окей, меня устраивает, но я не готов идти в группе, у меня свой темп, у меня свои задачи, я хочу быстро и дорого. Это тоже абсолютно нормально. Люди, которые покупают Феррари, ездят быстро и дорого. Поэтому есть и такой вариант. А теперь давайте посмотрим, что у нас там с вопросами. Вот здесь спрашивают, сколько стоит кот в мешке? Лучше рассказать конкретный пример успешного инвестирования со 100 рублей в день. Я вот конкретный пример вам приводил, я не знаю, где вы были. Я показывал, как со 100 рублей инвестируя просто в S&P 500. За 20 лет можно купить квартиру в Москве. Пожалуйста, вам пример. На интенсиве будут даваться куда как более эффективные технологии, в разы эффективнее. Я вам показал пример, как это может быть. Так, брокеры российские или американские? И те, и другие. Вот как раз-таки в 8 слагаемых успеха современного инвестора дано несколько примеров, и американские в том числе. Это тренинг 17-18. А по времени во сколько? Начнем в 2 часа дня и в среднем 3 часа в день. Плюс-минус, в зависимости от количества вопросов. То есть, ну, порядка 3 часов. Так. Можно ли только третью неделю без воды? Можно. Вписывайтесь в это самое, в интенсив. Пишите в службу поддержки, вам вышлют только третью неделю. Без проблем. Так, тренинг сколько стоит, уже ответил. В чем отличие от каскадного инвестирования? Принципиальная разница. Каскадное инвестирование – это достаточно активное инвестирование. Здесь речь идет о пассивном инвестировании, более спокойном, более надежном. Разница принципиальная. Так, ваше мнение о ПАМ-счетах. Да, значит, что касаемо ПАМ-счетов, друзья, здесь все очень просто. Здесь мы опять-таки обращаемся к человеческой психологии. И психология ПАМ-счетов, вернее, тех, кто их предлагает, говорит так. Уважаемые, дорогие, любимые, я родился для того, чтобы сделать вас богатыми. То есть, вот меня растили мама с папой, я учился там или не учился, не знаю. И я готов вкалывать для того, чтобы вы разбогатели. Вам не кажется, что что-то здесь не так? Мягко говоря. Запомните, когда вы даете деньги в управление кому-то, этот человек прежде всего преследует свои интересы, потом может быть ваши. По мне, так это противоречит вот человеческой натуре, когда говорят... Мы работаем, чтобы вы отдыхали. Ну вот им, честно, больше в жизни нечем заняться, как вас обогащать. Но это смешно, друзья. Давайте вот реально смотреть на вещи. Посмотрите статистику, сколько компаний вот, PAM-счетов
ушли вместе с деньгами клиентов, растворились там во главе с этим ММСИСом и так далее. То есть огромное количество компаний. Да, я знаю, что наверняка кто-то может написать в чате, я заработал там это самое. Но в долгосрочной перспективе будущего нет. То есть я не, как бы, представьте, вы можете себе представить компанию, вот, которая предоставляет ПАМ-услуги, которая проработает 20 лет? Я, честно говоря, нет. Они все вот там год, два, три, пирамида лопнула, все разбежались. Ну, это мое сугубо мое мнение. Так, если есть вопросы, задавайте. Какой депозит у американского брокера $1000? На самом деле есть брокеры, которые американские, открывают с меньшей суммой. Вопрос, что у вас с английским языком? Спрашиваю, за 6 часов мы все успеем? Да. Я изначально говорил, что технология простая. И люди писали, то есть люди пишут, что просто и со вкусом. Еще раз могу вам... могу вам показать отзывы, что на одном дыхании оба дня, вот раз и два, и вы все уже знаете, вам больше ничего не нужно. В этом как бы вся фишка. Опять-таки, емко, конкретно по делу, без какой-то лишней информации. Только вот то, что необходимо. Опять-таки, это для занятых людей. Это для тех, кто... кому не нужно получать еще одну профессию, для тех, кому и своих хлопот достаточно, для тех, кто хочет быстро сейчас. Так, еще вопросы. Значит, что хотел, повторяю, что... если вы хотите получить тренинг «Личная финансовая революция» и реально создать капитал, реально изменить подход к себе, к своим финансам, вам нужно успеть оплатить до конца пятницы. Здесь что-то пишет, очень напоминает Алексея Майтрейда. Он тоже черепах набирает. Можно просто откладывать по 30 тысяч рублей в месяц в банк под сложный процент. Через 3 года будет 1 миллион. Это без всяких тренингов. Через 30 лет будет 50 миллионов. Борис, я не знаю, вас, видимо, в начале не было. Потом вы на эти 50 миллионов пойдете купите себе буханку хлеба, как это было уже однажды. У меня... у мамы на книжке лежало 2000 рублей, она потом пошла, купила себе туфли на эти деньги. Поэтому вперед, как бы, под сложный процент, без проблем. Честно, ну смешно, вроде взрослые люди. До какого срока нужно успеть оплатить? Ну, насколько я понимаю, оплатить можно... то есть, ну, у вас есть время, но если вы хотите получить тренинг бесплатно по личной финансовой революции, то вам надо успеть оплатить до конца завтрашнего дня. Тоже можно сказать и про индекс. Нет, Борис, вас вот, судя по вопросам, вас просто не было вот в самом начале. Вы, наверное, не слышали то, что я говорю, либо пересмотрите запись. Я сейчас уже не буду про это повторяться. То есть, почему S&P будет расти, я наглядно доказал. И как бы, если бы вы слушали, вам нечего было бы возразить. Поэтому не нужно, не надо передергивать. Если бы вас не было, скажите, да, я не слышал. Это нормально абсолютно. Еще вопросы? Не сеймику. Ильдар, вот запишите. Борис Синдянкин. Я прошу прощения, если я вашу фамилию неправильно назвал. Приношу свои извинения. Вот запишите, пожалуйста, вот Бориса, мы ему вышлем бонус. Вопрос: зачем вам продавать тренинги, если у вас есть Грааль, и вы знаете.
знаете, как заработать, дайте людям бесплатно. Борис, вы знаете, я могу сказать так, что бесплатное не работает. Вот я готов поспорить, что и у вас в том числе, и у всех присутствующих, на жестком диске накачано огромное количество тренингов по различным дисциплинам, и по инвестированию, и по там, саморазвитию, что бы там ни было, там, Photoshop, все, что вас интересует, что вы накачали это на торрентах, там, на складчинах, на прочей хрени. Я сам могу признаться, у меня вот этих тренингов терабайт. То есть вот у меня есть диск 4 терабайта, 1 терабайт забит вот этим вот хламом. И у меня нет времени его открыть. Вот у кого примерно такая ситуация, у кого есть папочка там изучить с гигабайтами различных видео, у кого есть папочка там скачано, загрузки, и вы, у вас постоянно руки не доходят. Вот бесплатности те, которые лежат, поставьте плюсы, у кого такая ситуация. Давайте посмотрим. Вот я говорю, у меня есть терабайт различных тренингов, которых бы мне бы теоретически хотелось бы пройти. Но если я заплатил деньги, и меня как бы, и это происходит онлайн, я прихожу и изучаю. Это абсолютно нормально. Поэтому бесплатные вещи не работают. Халява не работает, не работала никогда. То есть раздавать это бесплатно, это бессмыслица абсолютно полная. Понимаете, вы не будете понимать той ценности, которую вы получили. То есть я ее ограничиваю деньгами. Мало того, по ценам, но это просто ну, бесплатно, почти бесплатный вход. То есть у меня как бы иногда сомнения, да, дешево, люди не будут ценить ту информацию, то есть они будут думать, нифига себе. Типа, так не бывает, это безумно дешево. Так, еще вопросы. Беда в том, что и платное не работает. Но это только ваша беда. Дайте бесплатные уроки для заманухи. Понравится, купим. Ну, видео публиковались, на самом деле. Вы можете перейти на мой сайт, получить там бесплатные уроки для заманухи. Если они вам так необходимы, то без проблем. Вот вам ссылка. Получайте бесплатные уроки. Там. Если вот как бы без халявы жизнь невозможна, пожалуйста. Вот пишут, насчет жесткого диска в точку. Отлично. Так, трейдинг будет изучаться? Нет, никакого трейдинга нет. Инвестирование чистой воды, долгосрочное. У монитора сидеть не надо. Стакан смотреть не надо. Смешит это слово. Чисто по-русски стакан. Ничего этого не нужно. Вы продолжаете жить обычной жизнью, откладываете деньги, покупаете ценные бумаги и богатеете. Все. Так, еще вопросы задавайте. У нас конкурс на лучший вопрос. Один человек уже... То есть записали, сейчас посмотрим, кто еще. Или Бояр тоже дадим за... Так, все, пока больше вопросов не вижу. Давайте посмотрим, что у нас тут свеженького есть. Риск присутствует. Светлана, ситуация какая? Риск присутствует всегда. То есть каждый раз, даже когда вы несете свои деньги в банк, если вдруг сумма, которую вы туда принесли, превышает 1 400 000 рублей, то вы в фазе риска. Не бывает безрисковых инвестиций. Да, этот риск можно значительно уменьшить за счет различных факторов. Я подробно об этом буду рассказывать на самом интенсиве. Значительно уменьшить. Избежать его не получится. Вы выходите на улицу, вы уже рискуете.
вы хотите отнести на фондовый рынок деньги и не рисковать, так не бывает. То есть это было бы обманом, если бы я вам сказал, да нет, какой риск, о чем вы говорите. Риск есть, в любом случае есть. Но нужно понимать, что без риска вы все равно эти деньги не заработаете. Какой ваш интерес сделать других богатыми? Вы знаете, ситуация какая? Здесь достаточно много таких интересных моментов, которые происходят. У меня действительно есть интерес. Во-первых, я зарабатываю на этом деньги. И этого не скрываю, как бы вы видели цены. Это первый момент. Второй момент. Очень многие ученики становятся моими друзьями. Причем не просто друзьями, друзьями по интересам. То есть, и очень со многими людьми я делаю совместные проекты. То есть, это, знаете, вот как идет добыча золота вот, на этих самых золотых приисках, то есть вот породу через сито, и время от времени появляются там крупинки. Это как раз-таки того стоит. Мало того, если вы обратили внимание, я получаю от этого огромный кайф. То есть, когда я передаю знания, вот я сейчас, сколько мы уже времени в эфире? Почти 2 часа, да? Я себя чувствую более бодро, чем когда начинал. То есть, меня от этого прет, я получаю удовольствие. И когда учу, и когда провожу мастер-клубы, и когда делюсь, и когда я вижу, что люди достигают результатов, это вообще офигенная штука. То есть, когда это не прошло зря. Здесь спрашивают, какой начальный капитал? Елена, со 100 рублей начинаем. Вот у вас есть 100 рублей отложить в день, это вот ваш начальный капитал. Как начальный капитал собирается в тренинге «Личные финансы. Революция» подробнейшим образом, 3 недели потоковый тренинг с домашними волнениями, без проблем. Борис, я бы на вашем месте успокоился, о золоте речи не идет. Сколько на сегодняшний день вы уже заработали? Александр, это вопрос из разряда, скажите, а какого размера у вас трусы? Да? То есть вот, всегда нужно залезть как бы, человеку в нижнее белье, там, либо к нему в постель, да, чтобы понять, какая разница, вам что от этого? Многие мне в мастер-клубе, Сергей, расскажите, какие активы вы сейчас держите, что у вас в портфеле. Да. Дело в том, что, друзья, коллеги, нужно понимать, что тот портфель, который у меня, он создавался не годами, то есть там больше, чем 10 лет. И там покупались те активы, которые на тот момент были дешевы, и сейчас их покупать уже бессмысленно. То есть, сколько вы заработали? Вам нужна цифра, вам от этой цифры что-то станет легче, вы сможете ее проверить, я могу вам просто сейчас наврать. Зачем вам цвет моих трусов, скажите, или их размер? Что это изменит в вашей жизни? Честное слово. Какой срок выхода на приличный доход? Светлана, вот понятие приличного дохода, вот что-то мне подсказывает, и у меня, и у вас он абсолютно разный. И здесь вопрос, сколько вы можете откладывать, с какой зарплаты, сколько времени, какие активы вы выберете в конечном итоге, поскольку у вас будет выбор. Это не то, что вот я интенсивно купаю там, вот, ну, допустим, боже упаси, золото, и все будет с вами хорошо там, или там еще что-нибудь. Покупаем пшеницу, и будет все замечательно, пшеницы много не бывает. То есть есть как бы несколько активов, которые имеет тенденции, как S&P 500. И здесь очень много неизвестных, вы хотите, чтобы я вам назвал число. Да, вот на неприличный, да, вот вопрос, что такое неприличный доход. Минимальный за короткий срок. Опять-таки, это уравнение с несколькими неизвестными. Вы пройдете интенсив, сами для себя все рассчитаете. То есть, сами поймете. Так, с какого депозита можно начать? Я уже говорил, 100 рублей. Это не значит, что вы откроете депозит со 100 рублями, но начнете откладывать со 100 рублей. Будет ли запись? Запись будет.
Запись будет, и она, естественно, будет разослана участникам. То есть, если вы не сможете прийти, то... Без капитала мы ничто не продаем, а инвестируем в себя, биржу, будущее. Ну, не совсем понятно, но ладно. А, ничто не проедаем. А, ну, ну, я уже говорил об этом, о том, как вообще создаются капиталы. Опять-таки, в тренинге «Личные финансы. Революция» там вот это вот на подкорку вам татуировка будет на всю черепную коробку о том, как поступать с деньгами. Просто прошиваем, делаем прошивку замок. Стоит ли инвестировать в струнный транспорт Юницкого? Ой, смотрите, друзья, здесь ситуация какая. У меня двойственное отношение к этому проекту, даже тройственное. И первое отношение – это то, что сам Юницкий, возможно, я как бы, у меня нет инженерного образования, возможно, гениальный человек. Это момент номер один. Момент номер два – сама идея попала в плохие руки. То есть строится обычная финансовая пирамида. И момент номер три – это то, что технология была там придумана 40 и 50, или 50 лет тому назад, она уже просто устарела. То есть сейчас уже следующее поколение транспорта – это вот движение в вакууме, вот в безвоздушной трубе. И, судя по всему, это то, что будет в конечном счете работать. Мало того, мое глубокое мнение, что, то есть почему я негативно отношусь к этому всему, создатели этого всего, насколько я понимаю, изначально цели создавать этот транспорт у них не было, поскольку они пошли в народ за деньгами. А на постсоветском пространстве, если хочется внедрить такого масштаба проект, это делается не так. Сначала нужно идти во власть и получить ее разрешение. Вот когда человек, который правит страной, а у нас, к сожалению, один, к сожалению, почему? Потому что не успевает за всем следить. То есть если бы он благословил, перекрестил и сказал с Богом, давайте устроим, тогда бы не надо было с народа деньги собирать. Они бы нашлись, понимаете? То есть появились бы фонды, появились бы инвесторы, там, Виксельберги подключились там, и так далее, и тому подобное. То есть вот на постсоветском пространстве такого масштаба дела делаются именно таким образом. Тот же, кто сказал, сейчас мы с народа соберем тут с миру по нитке бандиту на БМВ, ну, это сбор денег, понимаете? Если само РЖД там смотрит, правительство смотрит в другую сторону, весь мир уже как бы переступил в другую грань. То есть все как бы уже идут разработки, уже идут, есть опытные образцы именно вот, вот этой вот вакуумной трубы, перемещения вакуума. То есть, скорее всего, это то, зачем будет будущее. И как раз таки в правительстве говорят, там уже заключаются какие-то предварительные контракты. То есть, ну, по мне, это чистый сбор денег. Так, Сергей почитал отзывы, там ссылаются на ваши слова, что все это не для пенсионеров, тем более 71. Жаль было заманчиво. Владимир, смотрите, я вам еще раз говорю, вероятно, вы правы, да, это для тех, у кого еще есть время. То есть пенсионерам нужно что-то более активное, более быстрое спасать ситуацию. Возможно, вам 71 это уже поздно, да. Бонс, облигации, это что? Приходите на интенсив, я вам подробно расскажу, что такое облигации и как с ними работать. Я заинвестирую на долгий срок. Но вы поймите, 9000 рублей за индексы платить неохота. А кто вам сказал, что вы платите за индекс? Вы платите за систему. К тому же, если неохота платить, не платите. Борис, я вас как бы вот за уши к себе не тяну. Не нравится, не нужно. Нравится вам сидеть в песочнице на РТС, сидите. И как бы у меня тоже никаких как бы проблем с этим нет.
зарабатывайте немного, ради бога, делайте, что хотите. Знаете, как в той поговорке, колхоз делал добровольно, поэтому без проблем. Так, будет ли запись этого вебинара, я, честно говоря, не знаю. То есть это надо спросить организаторов. В принципе, если ее разошлют, у меня с этим проблем не будет. Сергей, завтра после 19 часов не поздно будет оплатить? Нет, можете оплатить до 24 по Москве завтрашнего дня и получить все бонусы. Пишут, в 60, видимо, тоже поздно. Нина, смотрите, у меня есть хороший знакомый, ему сейчас 92. И этот товарищ ест шпроты, пьет кока-колу и курит. И когда я его спрашиваю, типа, зачем вы это все делаете, он говорит, иначе я вообще не умру. Понимаете? То есть вы рядом с ним просто маленькая девочка. Поэтому поздно или не поздно здесь решать вам. То есть я как бы не могу оценить ваше состояние. Я знаю людей, которые в 60 лет, как бы часто привожу этот случай. У меня есть товарищ, он бегает. Я как бы сейчас тоже бегаю, но он бегает марафоны, то есть 42 километра. И однажды он бежал марафон в Нью-Йорке. А он вот покрепче меня, совсем как бы другого, атлетического телосложения, скажем так. И на пару лет меня постарше, наверное. Но это было еще вот там лет 8, наверное, там назад. И он мне говорит, как бы вот он вернулся с нью-йоркского марафона и говорит, Серега, ты представляешь, мы вообще ничего не представляем о возрасте. Вообще ничего. Он говорит, мои бабушки меня там обгоняли, я пришел там 5000 каким-то. И говорит, были люди, которые гораздо старше меня, которым да, бабушки мне годятся, обгоняли меня в марафоне. То есть здесь опять-таки рано или поздно, это только вы можете себе сказать. Если вы считаете, что у вас впереди еще там 10, 15, 20 лет, так это не поздно, 20 лет это огромный срок. Занимайтесь. Вот здесь пишут, если жить вечно, то и в 90 самый раз. Кстати, о продолжительности жизни есть много интересных вещей. Как-нибудь в мастер-клубе попросите, расскажу. Сейчас на это уже, конечно, не будем тратить время. Но так, вкратце, двумя фразами из меня прет. На самом деле, совсем недавно в одной из лабораторий на 3D-принтере распечатали щитовидную железу для крыс. То есть и заменили, и эта крыса живет. И о чем это говорит? Что в недалеком будущем, вот точно так же, как ставят импланты зубы, да, точно так же вам будут печатать именно вашу печень, именно ваши почки. То есть не надо будет искать донора, приживется, не приживется. Но вот органы начнут печатать на 3D-принтерах. Это будет не дешевое удовольствие. Как раньше, допустим, было недешевое удовольствие вставить зубы, оно и сейчас не дешевое. Но, тем не менее, это будет возможно. И поэтому жить по 150 лет будет как бы вполне. То есть, как бы, вот такого рода органы скоро будут печатать на 3D-принтере. Поэтому без проблем. Как вы будете оценивать, понял курс ученик? Во-первых, по вашим вопросам, это раз. То есть, по вашим вопросам и по их уровню, дошел до вас материал или нет. То есть, еще раз повторяю, у вас бессрочное сопровождение в мастер-клубе. Если вдруг вас что-то подзабылось, вы вернулись к материалу, и возник вопрос, вы всегда можете его задать. То есть, не ищите какой-то подвох там, где его нет. Вот тут товарищ не унимается. Еще еду для всех придется печатать. На самом деле, не знаю, но вот проедьте на поезде от Москвы до Владивостока однажды, или хотя бы там, не знаю, до Урала. Вы поймете, такого размера площади, как бы, тут не то, что это самое, Россию, тут можно несколько таких планет прокормить, если эту землю начать обрабатывать. То есть, я так понимаю, здесь намек на то,
то, что надо будет много всего. Полно еще ресурсов, нету перенаселения, несмотря на 7 миллиардов. Проедьте по России, едешь просто, конца и краю нет, и все пусто. То есть это все никем не обжито. А вот пишет, у меня мама в 92 года влюбилась, так что в мои 60 еще все впереди. Вот, пожалуйста, вот это подход, да, это правильно. То есть ровно так и должно быть. И как бы большого счастья и вам, и вашей маме. Жаль, что в версии плюс нет составления инвестиционного портфеля. Во-первых, есть. Там есть курс по составлению инвестиционного портфеля в версии плюс. Вы можете посмотреть. В этом вся суть, да. То есть она там есть. Я это озвучивал в слайдах. То есть я не знаю, что вы взяли. Почитайте еще раз внимательно. Мало того, у вас будет потом часовая консультация. Мы можем с вами этот портфель обсудить. Опять-таки, исходя из ваших. Из вашей ситуации, исходя из ваших исходных данных. Что можете посоветовать для тех, кому надо побыстрее, кому за 60-70 трудно довериться самостоятельно? Коллеги, Валентина, здесь ситуация какая? Я вот еще раз говорю, что то есть вы для меня вот сейчас вот здесь как вот надпись на черном фоне. То есть люди в 60 лет, на которых ну, смотреть жалко, честно. То есть люди, которые изношены и работой, и государством, там, какими-то вредными производствами и так далее, и тому подобное. Есть люди в 60 лет, которые здоровее меня. Понимаете? То есть как бы это первые исходные данные. И побыстрее, да, это активное инвестирование. Побыстрее, да, это торговля. Мы всему этому учим. Но опять-таки 60 и 60 – это рознь. Это разные вещи. Есть люди, которые в 60 уже, там, если они провели очень активную, бурную жизнь, там, в 60 уже там, по больницам, по врачам и все. А есть люди, которые в 60, как бы здоровее меня, и они могут не то что там торговать, они могут марафоном бегать. Понимаете? То есть, записывайтесь на консультацию, будем обсуждать. Ну, как бы я не могу вам дать вот для всех, кому за 60, стандартный совет. Идите торговать. Может, кому-то это уже не под силу, у кого-то там уже мозги не те, либо он считает, что мозги не те, и так далее, и тому подобное. То есть, ну, не ждите от меня вот универсального ответа при таких исходных данных. То есть я не хочу вас это самое вводить в заблуждение. То есть, ну, это было бы как бы несерьезно с моей стороны и нечестно. Так, хорошо, друзья, значит, смотрю, вопросов больше нет. На этом тогда на сегодня все. Если что, я побуду здесь еще в чате несколько минут, минут 5-7. Я вам очень рекомендую вписываться в интенсив и двигаться вперед к своим целям. Я вам благодарен, что вы сегодня пришли, и я желаю вам такой вот стабильности в жизни. Знаете, вот вся жизнь, она как бы у большинства людей, в ней нет стабильности, и, как правило, это нестабильность именно из-за финансов, именно из-за денег. Я вам желаю, чтобы вы пришли к тому образу жизни, когда деньги вас перестанут интересовать. Вот я знаю, таких людей не очень много, но они есть, которые ежемесячно зарабатывают в десятки раз больше, чем они тратят. И при такой ситуации деньги их уже не интересуют. То есть вот они есть, их вот больше, чем надо. И о них уже думать как вот, ну, зачем? То есть это все равно, что вы будете думать там, не знаю, о снеге зимой, да? Ну, я имею в виду стандартную зиму, обычную, да, переживать. Когда вы выходите, или как пустыня, вот хорошо, переживайте о недостатке песка в пустыне, вот, наверное, вот так вот, более хорошая аллегория. То есть вы об этом просто не думаете, он есть и есть. Я вам желаю достичь вот именно этого уровня. Я вам желаю, чтобы в определенный момент жизни деньги вас перестали интересовать, чтобы вас интересовали абсолютно другие вещи, потому что в конечном счете предельно важно, как
мы проживем эту жизнь. И в конечном счете то, что мы заберем с собой, это, конечно же, не деньги. Это те переживания, те вещи, которые с нами произошли. То, что мы пережили, то, что мы получили от этой жизни. И я могу сразу сказать, как бы замыкая круг, что больше эмоций, больше наслаждения от жизни, больше всего проще достигать с деньгами. Да, кто-то может сказать, не в деньгах счастье, я здесь на самом деле не согласен. При наличии денег счастливым быть гораздо проще. Это вот неоспоримый факт, никто с этим не будет спорить. Знаете, как вот в Израиле говорят, что лучше плакать в Мерседесе, чем на автобусной остановке. И это как бы святая правда еврейского народа. Поэтому подумайте об этом. Подумайте об этом, я желаю, чтобы вы этой цели достигли. И неважно на самом деле, со мной, без меня, но так или иначе, чтобы это было. Все, на этом все. Всем спасибо. Заканчиваем наше вещание сегодня. Рад был нашей встрече. Пока-пока. Сергей, большое спасибо за сегодняшнее занятие. Уважаемые участники, всем спасибо. Всем я был очень рад сегодня. Сегодня получилось очень полезное, насыщенное занятие. Надеюсь, что вы сегодня для себя унесете вот этот багаж полезный тех знаний, которые вы сегодня получили. Ну и еще раз я в чат скидываю ссылку на наше с Сергеем предложение. Это двухдневный большой онлайн-интенсив, который называется «Прибыльное инвестирование для занятых людей». Переходите на сайт investment.infodvd.ru, делайте заказ, оформляйте счет, и мы с вами уже встретимся 17-18 декабря. Если вы успеваете оплатить до завтрашнего вечера, до 23 часов 59 минут по Москве 25 ноября, то вы получите дополнительный тренинг в подарок «Личная финансовая революция» от Сергея Бриза. Ну что ж, выписывайте счет, и можете его оплачивать сегодня.